Всем привет! С утра пока грелась. Чайник, кофе. Обрезал лонжерон, отсверлил тут 4 точки стакана. Здесь шовчик будет у нас. Или здесь. Ну, пока отсверлил 4 точки. Тут 5-я была. Обрезал, все есть. Тут зачистить, подкультурить. И мы готовы к стыковке. Значит, перехожу на этот кузов. Это надо отсверлить, это нам не надо. Это отсверлить нам не надо. Нам надо это. Поэтому сейчас с домкрата спущу, эту сторону сильнее подниму. Ну, болгарка и вперед все отрезать, отсверливать. Давайте покажу то, что я потому что на нычку тут работаю. Значит, нивелир направил на кончик лонжерона. Тут тоже должен быть. Здесь я все подрезал по... Вот как идет металл, он потом сюда заворачивает. Я так все и подрезал примерно. Здесь у нас болт вкручен. Здесь своеобразное такое продолжение идет. Поняли, да? Болт не зажат. Ну, то есть там два отверстия совпало, мы контролируем. Можно было бы что-то подобрать, но там 7 миллиметров трудно что-то подобрать. То есть зажим. Это сейчас одинаковая длина. Растяжка держит стаканы, чтобы в размере были уже. Вот эта штука держит у нас ширину лонжеронов. Между лонжеронами должно быть 82, кто не знает. Сейчас видно, что домкрат... Ладно, отпущу. Вот, домкрат отпущен. На 2,5 сантиметра нужно лонжерон вниз засадить. Тут я уже подрезал немножко. Вон кусочек лежит. Там еще валяется он парочку. То есть сейчас надо подрезать, чтобы когда опустилось, здесь была высота. По нивелирчику. Тогда подойдет. Ну, то есть только еще надо учесть эту высоту. Потому что он может там неправильно быть. Поэтому... Вот 2,5 сантиметра. Поэтому поддомкратил вот на 5 миллиметров. И пошел болгарку в руки и обрезать. То есть можно здесь сделать зазор миллиметров 8. А потом опустить, опять посмотреть. Мало, подняли, опять обрезали, опустили. Надо что-то снимать, а то работаю, а ученики. Ученики, поздравляю, у нас 20 тысяч подписчиков было вчера. Ученики ждут видео. Значит, я уже все обварил. Все обварено. Вот так вот. У нас вот там бугор был. Он есть, вон точка, это бугор. Блин, попробую уже когда это забить, все вместе туда забить. Я сделал один надрез, вот 2-сантиметровый. Потому что здесь очень что-то не сошлись конты. Ну, потому что угол перегнулся на лонжероне. Я его не смог сейчас переклепать, он толстенький. Здесь все совпало, здесь совпало и там совпало. Высоты нивелир все время светил вплоть до того, до последней точки. Потому что все время контролировал все по высоте. Диагонали одинаковые. Диагонали от кончиков до угла крыши одинаковые. Ну, то есть я не увидел проблемы, чтобы не варить. Если вот так за лонжерон зацепить и померить до болта,
вот до центра 6,5. Я почему-то никогда длины не мерю. Вот на прошлой машине мы не мерили. Не знаю, если все выставляешь по нивелиру и все диагонали одинаковые, то как-то оно автоматом получается. 6,5. Все одинаково до центра болтов. Блин, да? Видно. 6,5. То есть никакой проблемы я здесь не увидел. Растяжка держит стаканы. Брызговик, стакан еще тут ничего не приваренный. А решил что-то лонжероном заняться. Сейчас про вставочку жирным швом на большом токе проварил. Проварил, что аж вот вылазить начало. Ну, люблю я, когда все вот вылазит. Ну, здесь вот надо доварить. Но я еще и с наружной стороны потом ложу на очень большом токе шов. Так быстренько брук. Или точками там. Проварил, проварил, подостыло там. Проварил, проварил. Кому как удобно. А потом зачистим, и будет все красиво. Значит, сейчас я буду все это дело зашивать. С лонжероном разобрался. Все заварил. Отсюда тоже проварил. Все зачистил. Заварил, загрунтовал. Ну, дальше. Вот это. Ну, это уже в понедельник. Суббота, короткий день, уже 3 часа дня, поэтому. Поэтому мы на сегодня закончим. В понедельник поеду, возьму запчасти или мне привезут. Накинем низ, накинем рамочку на болтики. Не знаю, может прихватим, может нет. Может обварим, а потом наберем. Или просто крыло охота померить. Фиг его знает, что охота. То есть там осталось шов. Вот такой. 4 точки. Здесь у нас сейчас идет нахлест. Подрежем как захотим. Вот идет нахлест там. Сантиметра 3. Сантиметра 2. Обрежем как захотим. Усилитель назад. Нет, усилитель с донора. Приварим. Наберем, если все нормально, то обварим низок и обварим вершок. И по сути машина готова. То есть ерунда осталась. Один день. Ладно, все. Всем удачи, всем покеда.